250 учащихся школы и лицея села Акшукур приняли участие в экскурсии в этноаул. Они провели там 10 дней и расширили кругозор сведениями о национальных обычаях и традициях. Двор школы оформили в национальном стиле. Здесь установили юрты, в которых разместили учащихся. Досуг в летние каникулы в духе традиции организован здесь уже в 7-й раз. В этнолагере ученики приобретают навыки рукоделия и кулинарии. Также ребят обучают тонкостям национальных игр. Сформировано 10 кружков по различным направлениям. С искусством изготовления предметов домашнего обихода с использованием войлока ознакомила школьников мастер Эльгек Бекова. Она говорит, что очень важно передавать подрастающему поколению культурное наследие предков. Есть много разных видов кашмы. Я показываю детям, как работать с войлоком. Для этого необходима овечья шерсть, полученная после осенней стрижки. Кашма помогает сохранять тепло в юрте. Наши предки в прошлом владели ремеслом изготовления кашмы, и сейчас мы передаем их навыки учащимся. Декорации этноаула дополняют котлы и самовар. Здесь проводят забой домашних животных, учат школьников разделке мяса в соответствии с народными обычаями. И, конечно же, не обходится без приготовления национальных блюд. Нас учили изготавливать браслеты из бисера. Мне очень понравилось. В дальнейшем я хочу сама собирать браслеты и мастерить кольца. Раньше я не умела это делать. Большое спасибо нашим учительницам. 250 детей поделили на 16 групп. Помимо национальных игр, отдыхающих приобщают к народному музыкальному искусству. В освоении культурных ценностей ребятам помогают 50 наставников. Мы наблюдаем хорошие результаты. Наши дети могут с легкостью ответить на любые вопросы относительно национальных духовных ценностей. В этом отношении мы добились поставленной задачи по популяризации народных обычаев и традиций. Традиционный летний отдых для школьников найдет продолжение и в следующем году. Ердос Кужантайлы, Амангелді Турахмет, Дидар.